Новый конкурс перевозчиков состоится в Орле осенью этого года. Контракты на обслуживание городских маршрутов будут заключаться сроком на 2 года. Об этом сообщил глава администрации Александр Муромский в понедельник на заседании правительства. Речь шла о перспективах развития Орла. Ежегодно планируется в городе оборудовать не менее 20 остановочных пунктов электронными табло с расписанием, управляемых с помощью системы ГЛОНАСС и с отображением времени прибытия автобуса в режиме онлайн. Первое электронное табло мы планируем установить уже в октябре-ноябре текущего года. Губернатор Вадим Потомский дал ряд поручений. Глава области рекомендовал усилить работу по некоторым направлениям. Вот в эфире доклад, у нас было брошено 200 домов, осталось 93. Эти 93 дома уже должны быть у вас на жестком контроле. Вы не должны ждать, когда вы убедите ту или иную управляющую компанию, чтобы она к ним вернулась. Вы должны это контролировать на сегодняшний день. Среди задач, требующих решения, экологические. Точно так же приведите в порядок, в конце концов, понимание с полигоном твердобытовых отходов. Он сегодня на птичьих правах. А нужно принять решение. Оно есть, это решение. Приведите в соответствие все. Тогда он будет законно работать, у него он, понятно, что у нас другого-то объекта произведения отходов с вами на сегодняшний день нет. Когда будет другой объект, понятно. Но сегодня-то надо это решение находить, его надо принимать. Надо убеждать своих коллег.